2016 Ice Dance World Champions Gabriela Papadakis. Еще не чемпионы мира, и еще не новые рекордсмены планеты, отобравшие лучший результат в танцевальном произвольном прокате у олимпийских чемпионов же, но не Ванкувера, а Сочи. Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Чарли Уайт сказал мне, что он нисколько не расстроился, когда увидел, что французы сейчас побьют его результат, потому что, собственно, рекорды и созданы для того, чтобы их бить. Сложно не согласиться с олимпийским чемпионом, который, впрочем, по-прежнему остается обладателем двух лучших достижений по сумме и за короткий. А это двукратные чемпионы мира. Габриэла Пападакис и Гийом Сезран. Показывает, что им вполне по силам отработать и энергичный танец, как говорилось в фильме «Аткона», а не только лирическое, текучее, медленное и плавное катание, что они демонстрировали нам на протяжении двух сезонов, за время которых выиграли и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира по два раза. Так что эти спортсмены способны еще очень на многое, и вполне вероятно, уже начиная со следующего сезона, они резко поменяют стиль.